Справедливость, неравнодушие, смелость. Это видео сегодня разлетелось по социальным сетям. На кадрах неизвестный отбирает телефон у подростка. Злоумышленник решил, что все сойдет ему с рук, но не тут-то было. На помощь пришел мужчина, который занимался во дворе ремонтом своего автомобиля. Другой, возможно, отвернулся бы, испугавшись последствий. Но оставаться в стороне, когда кого-то обижают, точно не про Михаила Викторовича Макарова. Щелковец остановил преступника, скрутил его и вернул телефон подростку. Пресек несправедливость и своим поступком доказал. На Щелковской земле живут добрые, смелые люди, настоящие мужчины. Поблагодарил героя дня глава округа Андрей Булгаков, вручив сертификат на новый автомобиль. Круто. Сертификат на автомобиль вручаю отечественный. На следующей неделе вы на нем уже будете ремонтировать, точно не будете. Значит, ну, заниматься. Зато этот ремонт помог задержать преступника. И от всех нас, от всего города, от всей нашей команды вам большая благодарность. Спасибо большое. Такие поступки не остаются незамеченными. Награда нашла своего героя, а жители нашего округа теперь знают, что совсем рядом живет такой замечательный человек, неравнодушный к чужой беде, смелый и справедливый.